Привет, ребята, это исследователь. Сейчас хочу рассказать, как преодолеть ошибку при записи через фастбут устройства Asus Nexus 7 LTE. Когда подключаешь, например, передний портам на компьютере USB 3.0, подключал я вот через этот кабель и еще вот через вот этот вот. Он писал ошибку. Too many links, bad error, в общем, разные ошибки. Это просто ему не подходит комбинация кабеля и порта. Вот с таким кабелем. Это кабель эксперт, универсальный штырек. Видите, с двух сторон он универсальный. Он такой нормально стоит. Что-то 200-300 рублей. Хороший кабель. Здесь на нем написано обозначение. Ну, тот толстоватый. Не очень удобно, конечно, его использовать. Также работает вот этот стандартный асусовский. Такой видели, наверное, тоненький. Хороший кабель. Через USB 3.0 он работает. Переднюю панель. Вот этот вот кабель. Такой в тряпочной оплетке. Он не сильно дорогой, что-то 100-200 рублей, но не самый, конечно, плохой. Здесь нету самых дешевых, знаете, за 50 рублей там. Это нормальный как бы кабель. Но он через USB 3.0 не работает. И еще один вот кабель от планшета другого. Нормального планшета. Через USB 2.0 они работают. Когда я подключаю USB 2.0, не обязательно сзади компьютера, а через мониторовский хаб, то вот эти два работают. Так. То есть подытожим, что вы можете сделать. Если вам нужно передний порт USB 3.0 использовать, вы можете. У меня заработал стандартный асусовский кабель из хороших. И Data Expert тоже заработал. Другие два кабеля нормальных тоже заработали, но через USB 2.0, либо сзади компьютера, либо через хаб тоже работает прекрасно. В чем причина, я не понимаю. Тут получается даже не в кабелях, потому что эти кабели работают. Вот зелененький через USB 2.0. В общем, какие-то драйвера, может быть, проблемы, не знаю. Просто комбинацию, как удобнее вам сделайте. И, естественно, вы загружаете здесь на Asus планшете питание, кнопку вниз нажимаете. Ну, то есть кнопку питания, кнопку громкости вниз, питание нажимаете, входите в фастбут. При неправильном подключении он подвисает. Вот. Потом пишите команду. Например, здесь нужно мне recovery было загрузить. Вот вы видите, при правильном подключении он пишет окей. Записал, окей, закончено. Что как бы вы должны увидеть. Вот такое вот решение этой проблемы. Это есть, конечно, и в интернет-описании, но я тоже постоянно с этим сталкиваюсь. По идее, получается, здесь не проблема в плохих кабелях, потому что сразу думаешь, что может быть кабель плохой. Хотя на самом деле, действительно, которые подешевле, они почему-то не работают. USB 3.0 передних. Может быть, как-то действительно это с ценой связано. Но, может, кто-то более опытный объяснит мне до конца. Всем спасибо. Пока, ребята.